Как всегда, приветствую на канале. Сегодня последний полноценный день этого выезда. Опять решили вернуться на эту полянку, побить перекресток. Перекресток был вот там. А, что там? А, и уже сигнал, да, какой-то? Ну да. Но она замызганная, а воду я сегодня не взяла. А воду мы сегодня не взяли. Да, в машине есть, конечно. И никак, походу. Да ладно, будем потом смотреть. Потом помоемся. У нас здесь хорошие соседи сейчас были. Все куда-то разлетелись. Огромное количество воронов черных, больших. Дождь моросит. Ну, так в целом нормально, прохладно. Походим, посмотрим. Ну что там за сигнал, не знаю. Пытаемся сейчас снимать. Прям в онлайне. Да нифига. Гирька. Пуговка Гирька. А еле-еле звонила. Соник. О, солнышко. Солнышко? Да, Колорадо. Хорошо. Блин, ребят, холодно так вообще, пипец. А ты говорил, один пуговка? Так я в Норфине, в этом сверху. Ладно, нормально. Это копейка, Николай, первого. Сигнал. Погода не видно. Копейка серебром. Да. Мы водичку не взяли, поэтому шморкать мы их не будем особо сейчас. Значит, смотрите, сейчас объясню ситуацию. Дорогу вроде не ощупали. Да непонятно пока, но хотя бы там, где машина стоит, вот там. Там нашли вчера за углом, начинались там пятаки, здесь вот где палец серебро, дальше вот здесь Петр. И мы начали смотреть, куда она могла идти, то есть прошли раз, вот там, где вот пусть кто-то, там помойка советская. Прошли здесь тоже молчок, идем сейчас вот так, здесь даже какой-то провал как будто, вот вывалилась монета. Давайте попробуем экспериментальным образом от монеты теперь пойти, ну, где-то как-то вот прочесать в сторону, опять туда, в сторону той линии. Спущусь еще на метра два. Ну, как-то да, сейчас попробуем. Получится что-нибудь или нет. Посмотрим. Так, вот где-то ямка с монетой у нас была. Вот идем по направлению, как я показал. Вылетает совет 41-го года, пятак. Но здесь боль. Там тоже советов много было, но все тоже довоенные. То есть, видимо, вот та дорога, где машины ездят, та была построена позже, как раз, вот после войны. Когда начали вот эти совхозы развивать. А здесь была старая. Может быть, нащупали. Сейчас посмотрим. Движемся дальше. Так, отчитываемся. Все-таки, скорее всего, не знаю, не нащупал. Одна из дорог шла четко вот здесь где-то. Ну, вот. Сейчас расскажем, да. Скорее всего, она там, где мы вот вчера много находок нашли, они резко заканчиваются здесь. Вроде как по картам накладывают. Ну, черт его знает, там же один год не показатель. Здесь вот проходили несколько направлений, только советский мусор. Ну, советики, и там одна монета вылетела. Скорее всего, залет. Возможно, что она поворачивала вот сюда. И шла по кустам. Вот здесь, как видите, кусты. Как будто строение. И на картах там какие-то, на Минде даже строения были старые. И дальше. Возможно, что она шла по траве вдоль реки, потому что там река. Может быть, мы и ходим-то по краю. А, ну я забыл сказать. Во. Сейчас. Находки все попадаются. Не частые, но попадаются. Чешуечка маленькая, махонькая. Хрен знает, что это такое. Потом будем изучать. Яри разорался. Вот их здесь стаями. Петр. Петровская? Етр. Етр. Петровская это. Полушка или кто она там. Ладно, идем сейчас. Это копейка с этим, с копьем. Так, копейносец, ну ваш копейка. Ладно, пойдем сейчас вон туда сходим, посмотрим. Ну, вернемся. Короче, сейчас посмотрим, поищем. Ну, крохотуля. Здесь-то, конечно, не вызвоним сейчас ничего в траве.
Ну ладно. Да, что за крокозавр? Вот такую медную я там откопала и все. Фига себе. Это Петровск. Ну хорошо. Ну и Петр там была монета. Значит, возможно, действительно, это залетные чешуйки, а дорога шла где-то вот прямо вот здесь, по краю, вот, допустим, травы. Она поворачивала и поперла. А река вон там, за оврагом. А могла и вот так идти. А могла и так идти, хрен его знает. Потому что резко находки там было много вчера сами, ну вот в прошлом ролике мы показывали. И вдруг они резко кончаются. И найти пока не можем. Ладно. Забрались в елочки. Ну, это свежие относительно посадки. Уже они здесь часто встречаются. Может быть, кто-нибудь объяснит, нахрена среди вот этих елок вот эти ямы? Причем ровные, квадратные. Причем это не только здесь я такой наблюдал. Вон, видите, еще одна. У своего друга лесника. А, ну, в общем, да. Интересно, блин. Потому что там посадки, там так, такое ощущение, что елки это, ну, выкапывали, тырили. Такими прям квадратами. Сигналов здесь нет, к сожалению. Ладно, сейчас вернемся к машине, чуть-чуть сместимся. Кто тут у нас живет? О, кто-то пробежал. А кто? Не видно, мышь, наверное. Ладно. Да, все-таки похоже, что вот по этим кустам шла дорога. Елки там разбуравлены, я показал. Там полазили, ничего не нашли. Возвращаемся к машине, чтобы взять и поехать вот туда, вдалеке, вдаль. Там были какие-то строения на картах. Может быть, что-то там и было. Что? Что там такое? Не знаю. Вся продырявлена. Что это за хрень? Была когда-то монета, что-то из нее делали. Чего не знаю, дырка еще посередине. Ну да, какую-то фитюлину. Ладно, машину заберем, туда съездим сейчас. Да тут все странно. Не бывает такое, что вот на одном участке было очень уйма находок и сапутки, и все остальное, бам, раз и пропало. Аж куда-то повернуло. А повернул, скорее всего, в эту траву. Ладно, идем пока. Вот смотрите. Вот они находки были у поваленных деревьев. Здесь ничего нет. Вот, вот прозвонили. Чуть-чуть сюда заходим к траве. Пожалуйста, опять рамочник. Там рамочник с империей в перемешку был. Значит, скорее всего, она вот так шла. Раз. И вот туда уходила. Именно по траве. Ну, сейчас здесь не походишь. Но хотя бы примерно понятно. Хорошо. А, ребят, не, вот, не прошли и 2 метра, опять пошли монеты. Деньга, походу. Ну, чистить сейчас не будем. Значит, да. Вот она шла. И по кромке, вот там река зарощится. И вот так как-то уходила. Сейчас здесь заросли, они по луговине. А по луговине то, что мы находили, это, скорее всего, просто боковые потеряшки. Сейчас вот эту навал надо убрать, посмотреть, что под ней. Ладно. Смотрите, рядышком сигнальчик, пуговка. Плохо видно, не стали шоркать, но так если разпригляди. Короче, Николай. Что ж, первый. Первый, да. Что даже золочение сохранилось. Даже ушко целое, только загнутое. Интересно. Посмотрим. Наверное. Короче, еще один сигнал рамочник. Гнутенький, правда. Ну ладно. Еще вот 2 метра прошли в сторону березы. Ладно. Что, друзья, еще вот сигнальчик. Маленькая империя какая-то. Николай Первый. Мы не трем их, потому что нечем, к сожалению, тереть. Не будем, не будем их добивать. Вот угол прям, вот как я и говорю, вот он уходит. Вот. И здесь поперли опять монеты. Значит, все-таки она уходила туда. Надо было ковырять
информацию смотреть, что ж там был такое. Ребят, расчистили мы вот этот пятак от берез. То, что набросали, он деревья попилили и все кинули. Вроде не зря, вроде сигнал. Сейчас посмотрим вместе. Получится на камеру. Вроде как есть. Сейчас найдем. Оп. Тут что ли? Может, не зря копа. Ага. Нет. Так. Походу бегает по ямке. А что бегает? Вот он. Нашелся. Ну, как обычно, убито. Формату на деньгу похоже. Ну, как-то так. Не зря чистили. Так, там он, у Любы, еле слышно. У меня Павел. Ну, просвечивается, что это. Вот павловская монета. Не мучаем пока. Ладно. Сниму, если что интересное будет. Так, сигнал оказался орляночкой. Ну, шмыждать не будем. Глубоко. Поверьте, больше штыка. Да, поверьте на слово. Глубокие здесь сигналы. Здесь то ли не пахали, то ли... Ну, здесь если пахали, то очень редко. Так, сейчас ямочку. Ямочку закопаем. Все, походим. Вот смотрите, про что я говорил. Вот этот лесок, только мы переехали уже. Вот там, вот по этой траве она шла, эта дорога, скорее всего, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот на старых картах, ну вот на Минде он есть, этот пруд уже. Что за пруд, непонятно. И за прудом, вот там, где сейчас елки, стояли какие-то строения. Но обозначений нет. То ли деревня, то ли хрен его знает что. Ну сейчас там, конечно, не представляется возможным посмотреть за растительность. Но на весну, я думаю, что все вот это направление нужно будет пробить. Тем более с учетом того, что там было много находок. Когда этих строений, ну, как бы не стало, не знаю. Сейчас дохаживаем уже часочек. Здесь на поляне смотрим, может быть, что-то будет, но вряд ли. Все вот там внизу, где река. А речка прямо вот здесь идет, за елками. Вот так вот она идет. Может быть, фабрики какие-то были здесь. Бог его знает. Может, какие-то трактиры. Хрен знает, не знаю. Деревень-то здесь рядом-то, в общем-то, нет. Там есть вот одна, ну, далеко. Там еще дальше. Все. Ладно. Так, ну вот как я и говорил, смотрите, пруд. А здесь вот потеряшки. Здесь, может, ну, выходили, наверное. Вот какая-то монетка. Но мы ее не мучаем. Потом посмотрим, что это такое. Как обычно, прикрепим место общее. Сейчас еще в одно место заедем, уже перед отъездом. Ладно. Так, уехали мы оттуда. То есть там мы поняли, что там пруд и были строения. Но туда мы вернемся весной. Потому что там интересное место. Мы еще поищем, что там было. Посмотрим, почитать. Так, переехали. Вот мы там находки собирали за рощицей. Переехали на другое, на следующее поле. И вот она здесь продолжалась, вот на этом участке. Вроде должна была продолжаться эта дорога. Если, конечно, мы попадем сейчас в нее. Сейчас попробуем. Смотрим. Так, ребят, сигнальчик. Подтвердится ли наша теория? Рок, что ли?
нет. От таблеток. Нет, хоть железка. Железячка. Люминька. Ну вот так вот, не всегда. Вот, КТ-то. Похоже на клемму, что ли, аккумулятор. Ладно. Так, вот ямка с этой клеммой. Рядышком монетный сигнал советский. 5 копеек 46 года. Может быть и правда. Вон. Да, она уходила. Ладно. Там вон что-то роют. Так, сигнал. Я порой поражаюсь натеркой. Вроде бы прибор-то такого, как бы уровня. Смотрите, глубина. Вот я вытащил с самого низа. Ну, ближе к полутора штыкам. Сигнал, конечно, был бредовый. Пожалуйста. Целый, но гнутый. Но это мы его выпрямим. Это не проблема. Вот так вот. Что у тебя? И слышит. Ладно. Замерзли уже. О! Красота какая лежит в земельке. Оп! Большой. Старенький. Ух ты, весь в этой. Эмаль даже сохранился. В эмалечке. Уж хороший крест какой. Красивый. Здоровый. Здоровый. Прям опять какой-то глубинный сигнал. Пойду покопаю. Ну так, друзья, по чуть-чуть закругляемся. Сигнальчик пуга-гирька. Вот такая вот целенькая. А до тут дойдем, вернемся к машине и все, наверное, уже. Да, красиво, конечно, здесь осенью. Сейчас через неделю, наверное, вообще все желтое станет красным. Ладно. Отчетик. Да. Ну, да, опять нам сегодня выдали чешуечку. Что-то я ее снять не могу уже. Да у тебя руки заледенели. Ну и что? Не, не видно. Ладно, фотку прикрепим. Прикрепим. Очередная пуговица. Это что за хрень непонятная? Не знаю, конечно. Вот запчасть вот от этой штуки. Вот. Наверное. Мы вечно механизмы какие-то собираем. Гирьки, гирьки, пятачки. Вот, может, оживет копеечка. Нормально. Деньги вполне прилично сохранят. Крест красивый. Да, солиден. Здоровый. Этот выпрямлять надо. Да, это я на гриду выпрямлю, потому что. Вот я такой же маленький находила. Оп. А ты большой. Помнишь, я на том поле? А что, еще улетел? Нет, только он один. А вот здесь что-то упал. Нет, это он об эту штуку. Так. Ну что, на сим прощаемся с вами. Цель выполнена частично. Но, во всяком случае, мы поняли, как дорога эта шла. Там она изгибалась, уходила вот к этим строениям, которые мы потом найдем, что там было. Вот, там были перекрестки, поэтому находок там было больше. Соответственно, здесь она продолжалась вот так. Возможно, что-то сейчас елками засажено, я не знаю. Вот, но находки здесь тоже есть. Ну, в основном такие, бытовые. Ну, бытовые, понятно, там больше было. Монет здесь нету, кресты, пуговицы. Ну, почему? Совет вам. Ну, совет. Вот. Ну, все, прощаемся. До скорых встреч.